Листаем студленту, знакомимся с достижениями науки и вдохновляемся молодостью. Это то, что нас ждет в ближайшие минуты. С вами ВУЗ-блог, информатор о студенческой жизни округа. Судя по количеству ВУЗ-постов в этом выпуске, очередная учебная неделя была богата на интересные события. Собственно, о них сейчас и расскажем. В крупнейшем вузе региона прошел финал конкурса «Мастера интерактивных педагогических технологий». Его участниками стали самые талантливые педагоги Северокавказского федерального округа. Здесь они представили на суд жюри авторские интерактивные уроки. Своим опытом с ними поделились сотрудники из КФУ, а также эксперты из Венгрии и Молдовы. В СКФУ прочитал цикл лекций математик из крупнейшего университета в Иране и на Ближнем Востоке. Доцент Исламского университета Азад Сабак Хмала Хасейни рассказал студентам, аспирантам и молодым ученым вуза о мировых достижениях в области новой математики для построения перспективных вычислительных устройств. Подобные исследования позволят совершенствовать электротехнику от привычных гаджетов до специализированных устройств. Визит ученого из Тегерана станет первым шагом к сотрудничеству между вузом Ирана и СКФУ. В вузе открылась школа молодых родителей. Здесь ждут малышей в возрасте от 2 до 4 лет, а также их родителей, студентов крупнейшего вуза региона. В программе обучения – арт-терапия, занимательная математика, игровые технологии. Программа обучения рассчитана на 2 месяца. Занятия проводятся на базе детской игровой комнаты дневного пребывания, созданной год назад в одном из общежитий вуза. Наша школа абсолютно бесплатная. Мы с большим интересом мы трудимся, чтобы дать и родителям, и детям что-то новое, что-то полезное. Не стоим на месте, движемся дальше и переходим к нашему главному сюжету. Он у нас сегодня о кейсах, но не о тех, в которых спецагенты перевозят различный секретный груз, а о тех, благодаря которым можно получить работу в крупнейших предприятиях края. Если заинтриговал, подробности узнаем прямо сейчас. Раскрой все грани своих возможностей. Под таким девизом в СКФУ прошел первый чемпионат вуза по решению бизнес-кейсов. Подобное мероприятие проводилось впервые на Северном Кавказе и вызвало повышенный интерес не только среди студентов, но и крупнейших компаний региона. Именно они подготовили для ребят задания и выступили в качестве экспертов. Естественно, для компании важно не просто решение задач, а то, насколько будет предложено интересным, креативным, инновационным то или иное решение. Ну и очень важно то, что они могут отбирать наших студентов. И вы уже видели, как раз многие представители как раз наших стратегических партнеров рассчитывают привлечь лучших студентов и предлагают им стажировки в своих предприятиях с целью дальнейшего трудоустройства. За победу в чемпионате боролись 13 команд. Все они предлагали свои способы и методы решения проблем, стоящих перед реальными предприятиями. Было очень интересно. Даже несмотря на то, что мы видели все друг друга первый раз, нам очень понравилось, и мы такие пришли, все сдружились, и мне кажется, очень хорошо провели время. Выполняя задания, команды успели проявить креативный творческий подход, лидерские способности, умение работать в команде. Кто лучше всего справился с задачей, определяли крупнейшие работодатели региона. На церемонии награждения были отмечены также самые яркие участники чемпионата. Помимо подарков, они получили интересные предложения от компаний-партнеров вуза. Я стал лучшим игроком по мнению 3 работодателей и получил 3 приглашения на стажировку. Мне, как студенту 5 курса, это является очень важным, потому что по окончанию учебы я могу успешно начать свою карьеру с не только лучших игроков в своей сфере Северокавказского федерального округа, но и всей России. Организатором чемпионата выступила Ассоциация выпускников и друзей из КФУ. В ее ближайших планах проведение подобных чемпионатов. Запросы от компаний уже поступают. А значит, у студентов из КФУ вскоре будет еще не одна возможность проявить себя и начать строить карьеру еще в студенческие годы. Ну а лента наших новостей до конца не просмотрена. Впереди еще блок ваших взглядов на СКФУ, рубрика «Студ-твит». Как всегда, тройка лучших фотомолний в эфире нашей программы. Итак, начнем. Лидер этой недели – Надежда Акчурина и ее звездный «Студ-твит». СКФУ стал победителем 10-й международной выставки QS Apple в номинации «Лучший креативный стенд». Что ж, еще одна звезда в копилке достижений вуза. Продолжая тему наград, на втором месте «Студ-твит» от пользователя «Максимум». Фото сделано на вручение удостоверений – стипендиатом губернатора Ставропольского края и премии 2020. Как всегда, студенты из КФУ в числе первых.
Ну, я бы сказал, на сладкое и полезное фото от некой Дарьи Владимировны. Сделано, как указано, во время подготовки к занятиям по истории. Что ж, витамины в этом деле очень важны. Студенты, берите пример. А еще берите пример с нас. Будьте в курсе жизни студенчества округа. Заходите на официальный сайт Северокавказского федерального университета, почаще улыбайтесь и обязательно хорошо учитесь. Увидимся на следующей неделе. До свидания.